Поборам нет. Информационное агентство «Саратов-24» запускает новую акцию. В связи с тем, что сейчас все школы города получат дополнительно по 500 тысяч рублей на подготовку к новому учебному сезону, собирать деньги с родителей не должны. Но если вы столкнетесь с такими случаями, пишите нам на почту info@saratov24.tv, либо во все наши социальные сети. Желательно иметь фото или видео подтверждение требований денег. Напомним, что школы получили финансовую поддержку благодаря спикеру Госдумы Вячеславу Володину. На особый контроль ситуацию взяли и в администрации города. Это те средства, когда родители собирают школьные фонды. Поэтому мы каждой школе рассмотрим те объемы и возместим в виде бюджетных таких дотаций. И, конечно, требования к директорам, к руководителям наших школ, к главам районов, к профильному заместителю Бурмаку Александру Владимировичу проследить, чтобы те средства, которые собирали родители, этот процесс остановить, потому что средства будут получены из бюджета.